Сега! Всем привет, дорогие друзья! С вами Арти-Триман, и это прохождение игры Могучие Рейнджеры, вышедшая в 95-м году. Игра по фильму, собственно. Хотя, на самом-то деле, я никакой фильм не смотрел как таковой, и мне только понравилась игра. Я ее проходил два или три раза на Sega Mega Drive, на настоящий, не на этом долбанном эмуляторе. Ну, в общем, игра на русском языке. Здесь, в отличие от всех версий Power Rangers, блин, могучих рейнджеров, здесь их 6, а не 5. И меня это что-то немножко настораживало, что ли. Ставочка такая вот, вполне себе ничего. Так. Один игрок. Потому что у меня же нет со мной сейчас мистер Микс 24, мы с ним прошли ее. 6000 лет назад морфологическое существо, известное как Джон Амеба, правило миром с помощью невидимого ранее носителя террора. Он уничтожил все собственные населения планеты и захватил его контроль. Ну, в общем, вот этот главный, вот этот вот чувак с фиолетовой рожей и с каким-то непонятной формой головы, утром, блин, Крэнк из Черепашек-ниндзя, вот, он, собственно, главный злодей. Собственно, вот это первая такая неплохая заставочка, вот, и убираем персонажа. Перед каждым уровнем можно выбрать своего персонажа, кого вы хотите, но я всегда выбираю... Нет, хрен знает, кого выбрать. Знаете, ради чего я... мне понравилась эта игра? Из-за саундтрека. Ну, и только послушайте. Ну ладно, выбираем красного. Потому что всегда, на первом уровне всегда я выбираю красного рейнджера. Метро, парк и так далее. Все вот задания идут на время, что... Ну, точнее, все миссии. Они повторяются, они однообразны. Это ж дурацкий... как его там? Файтинг? Нет, не файтинг. Битэмап, вот. И, кстати, качественный. Потому что... на Сеге было много некачественных файтингов. А этот мне понравился. Здесь даже полноценные битвы с боссами. Хорошая графика. В общем, все зашибено. Только непонятно, с кем вот я дерусь. Например, вот эти фиолетовые... какие-то монстры, похожие на чужих. Точнее, на хищников. Вот это вот немножко непонятно. Но я не смотрел, к сожалению, фильм, как я уже сказал. Здесь, как утверждает заглавие, что она создана по фильму. Но я вот смотрел. Итак, меня мочат, чуваки. Энергию получил. Да блин, что я выбрал. Играю же на среднем уровне сложности. Хотя можно было выбрать было хард, но я не люблю играть на харде. И почему-то они постоянно жрут меня. Ну нет, вы только посмотрите, это самая ненавистная хрень, и это единственное, что они умеют. Стойте, не бейте меня. Ну, сюда. Задание, кстати, пока ты не дойдешь до контрольной точки, всегда на время. И я вот этого, к сожалению, не понимаю. Да, самое смертельное — это бросок и контрудар, который отнимает жизнь. Похожая ситуация была в игре. Похожая, точнее, хрень. Да и вообще в любом битэмапе. На Сеге, на Денди. В общем, это типичная схема. Если ты убираешь суперудар, то у тебя... попадешь кого-нибудь супер, да,
тебя будет уменьшаться жизнь. Типичная схема. Но первый уровень, точнее, первый так называемый этап, очень легкий. Блин, какой классный саундтрек в этой игре, вот просто со времен, каком-то году я ее последний раз прошел, в 2009, по-моему. Ну, в общем, этот главный гад, вроде бы, как я помню, он набил красного рейнджера. Дал ему чего-то там. Этап первый пройден, а мне дали 50 тысяч. Должны дать 50. Да, 50. 50 тысяч 900. А, не, стоп. В прошлый раз, короче, я, чуваки, записывал, и мне дали больше. Так, ну, в общем, этот главный гад освобождает какую-то рожу. И, собственно, я это все пропускаю, потому что это, собственно, ни к чему. Собственно, сюжет, как таковой, здесь типичный и незамысловатый. Выбираем вот этого вот рейнджера, черный рейнджер. Единственное, что их отличает, это ихнее оружие и ихняя походка, что ли. Вот так вот надо всех. Не помню, конечно, чтобы у него был вот пулемет, что ли, я точно не помню, что это. Вообще не знаю точно. Да блин, я не успел, чуваки. В общем, это вот длинный этап. Я его должен пройти по-быстрому, чтобы... чтобы времени было у меня поменьше. Записи два. Ностальгия. Плей. Да блин, чуваки, я снова не смог. 35 секунд! Да, если бы я с кем-нибудь играл, это было бы побыстрее. Слизерман! Слизермен, блин! Давай же! Да, все, время 60, я успел! Тихо, тихо, тихо! Хватит пить мою кровь! Поганые слизермены! Слизермены. Блин, чуваки. Тогда я играл в английскую версию, я не знал, что их зовут Слизермен. Знаете, если честно, они похожи не на Слизерменов, а на симбиотов каких-то. С прической, как у хищника. Да и вообще телосложение. Только хищник более похож на человека. Хотя... хватит меня кусать, вы только это и любите. Вас от этого, как я помню, жизни... блин, увеличено. Блин, чуваки, я просто обязан посмотреть фильм. Думаю, он не такой крутой, как игра, но все же. Ну, в общем, это только вот в этой, собственно, вроде как я помню, голове вот такие вот однотипные придурки. Потом будут еще новые однотипные придурки. А, вот так вот. Блин. Как я долго в эту игру не играл, а? Вот буквально сегодня ее скачал. Хотя, что там качать-то? 20 гигабайт-то качать. Сколько там?
Ух, я бы 100 гигабайт. Блин, чуваки, они уже у меня сколько жизни убавили. О, тихо, тихо. Нет, когда они меня жрут, у них не увеличивается. Да. Вау. Чуваки, они меня сейчас убьют! Опс. Блин! Наш континью мало бы остается! Да. Как я помню, это один из самых длинных уровней. Да уж. Да, прямо у меня в руках оказался. Да, у меня полное здоровье. Так, ладно, суперудар на них применим. А, черт. Били одного, точнее нескольких, и второго, и третьего, и четвертого, и пятого, и шестого. Тем не менее, у меня осталось 12 секунд. Ну все, капец, вышли. Кстати, вы заметили, что еще одни это типы текстуры пошли. А, все, вот мы здесь конец. Знаете, я... Ну, нечего говорить, собственно. Типичный битамап для детей. Чуваки, особое слово к детям, которые не играют такую замечательную игру, я играю, например, в тот же Battlefield 4, да? Я считаю, что это old school, и он лучше, чем Battlefield 4. Ладно, вот и первый босс. Вроде бы, как я помню, первый босс. А, два! Сразу два босса. Здесь это... В этом режиме это типа файтинг. Можно выбрать ниндзя... Мегазорд, это склеенный в едино всех Power Rangers, собственно, робот. А это птица. Сокол Зорд. Сокол, как мой город. А это уже отдельно вот этого, белого. Но я выбираю сейчас вот именно этого. Потому что это мой любимый. Собственно, тут охренительная заставка того, как все склеиваются, собственно, вот эти штуки. Руки, ноги, да все такое. И, собственно, как, собственно, в каком мультсериале. В сериале и, собственно, в кино, наверное. Боссы. Первые боссы не очень сложные. Мне понравились... Мне понравился последний босс, где в начале в городе бьешься, а потом уже в космосе. И это... Меня очень поразило до глубины души.
Но мы это до этого дойдем еще не скоро, так что идем, ребят. Так, ну, применяем суперудар. Так, и он меня убил. Ой, тут ударил. Не, ну только посмотрите на график. Она для 16 битки вообще супер. Все, это уходит. Но он еще вроде бы вернется, как я помню. А вот этого мы сейчас победим. Я его всегда валю супер ударом, потому что его больше никак не завалить. Па-па-па-пам. Такой саундтрек. Неплохой. Нет, так я его не побью. Так. Он свою... мне кажется, или он жизни своей вылечит. Черт возьми. Да, сейчас мы его завалим. Все. Он там взорвался, но мы его даже не видели. Пам-пам-пара-па-пам. Power Rangers. Этап второй пройден. Ребята, когда я взялся в это, я не думал, что все так обернется. В общем, мы видим тупую фотку персонажей. Дерьмовую, кстати. Вообще. А вот, собственно, главный, что ли, босс. Я точно, блин, я вообще не помню. Ладно, этап 3. Сейчас мы выбираем... кого? Бабу, мужика. Выбираем синего. Кассета! Да, это сейчас, собственно, тупой на самом деле уровень. Мне он вообще не нравится. Ну что поделать? Что же делать? Я что-то, блядь, должен как-то развивать свой канал на YouTube. Что сделать такой летсплей длинный и... И ностальгия. Какую-нибудь ностальгическую игру поиграть. Глиняный зомби. Прекрасно. А чё он не кусается? Да, здесь я, кажется, континью буду тратить. Уже. Блин, я даже... Не помню, сколько в игре этапов. А, вот он, собственно, босс. В этом этапе 3 босса. 3 бабы. Одна волосатая, одна... Фу, полуголая, что у нее прям птички видны. А вот, вы сами видите. А, вот это вот... Свиньи... хрень. Хрень, да? Все, мы ее победили. Ну, на самом деле, с ней надо драться будет сразу несколько раз. Ну и даже вот, собственно, роботами надо драться. Но я все равно буду выбирать только робота. Не буду я выбирать птицу. Птицу я выберу только при нормальных постах.
при роботах, что ли. Не знаю, мне как-то не очень охота выбирать птицу, потому что она мне не очень нравится. Давайте, давайте. Бутылка, собственно. Ой, почти конец. Она убивает с первого, мать его, раза. Докинул я. Энергию получил, все окей, идем, да. А, вот волоса, а, не, ушастая, ушастая. Но она бьет волосами. Блин, по три раза надо будет с ними драться. Вначале по отдельности, потом сразу с тремя, а потом по отдельности, но робот. Да и вообще, в это же дети играли. Ну играют. Почему они титки видны? Так. А, вот. Вот, у которой капкан на голове, что ли, хрен знает. Прыгаем, прыгаем туда. А, которая со своей спичкой. Да, все. Повержено. Теперь остались глиняные зомби. С ними было очень легко. А вот, собственно, сразу трое. Так, 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 тихо, тихо. Девочки, прекратите ссориться. Я сказал. Всем тихо, блин. Упс. Дискорд капец. Не на одну уничтожить, которая молния швыряется. Осталась последняя, которая всегда остается последней. Главная ихняя. Давайте же, чё? Посюда. Ну с ней-то вроде бы какая. Помню, легко можно справиться без всяких вот усилий. У меня 8 секунд осталось, и я их всех победил. Да. Выполнено! Дальше они становятся. Все, сейчас я прикончу этих надоедливых рейнджеров. Расти, расти. Они стали большими. Стали взрослее, умнее. Я убираю робота. А, стоп. Да, да. Убираю этого. Надеваюсь. Вау, вот это анимация. Опс. Здравствуйте, девочки. Подерёмся. Кстати, вот этот уровень реально сложный. Против их троих очень сложно драться. Наоборот, не сложно. Может быть,
Я не знаю, может быть, я и увидел свой навык задрота. Ну, если передорчиться, знаете, всегда все получается. Вау. Ну и буду это применять. По 100 раз. Ну да, вот так вот. Крайний случай. Тем не менее, мы уже чуть ли не прошли третий этап или какой там. По счету уже. Вот, собственно, как всегда остается это последнее. Самое, собственно, сильное. Вставайте, пицца. Сейчас все будет. Супер удар бьет. Это Power Rangers! Ту-ду-ту-ту! Я заметил то, что за все вот эти вот сериалы про Power Rangers заставка, точнее не заставка, а музыка осталась прежней. Power Rangers! Ну там немножко изменено, вообще немножко, вот реально. Знаете, я сторонник... Я вообще с самого детства люблю только вот таких вот рейнджеров. Из-за глупости, ну, как бы там произошло. Какие-то нелепые картинки нам показывают, ну, в общем. Этап 4. Выбираем перса. Я буду играть теперь за вот этого. Кто за баб? Нет, вот этот уровень я больше ненавижу. Здесь иногда непонятно, куда идти. Реально. Например, вот это. Что такое? Я попал в какой-то мир. И теперь путь будет еще длиннее и так далее. Но теперь я уже не могу вернуться. Вашу ж мать. Зачем я туда только зашел? Или вроде бы это обходной путь, я точно не помню. Здесь нужно еще потом разломать эту штуку, чтобы вроде бы продвинуться. Ах, ладно, идем дальше. Точнее, кумарим врагов дальше. Так, ну, блин, они здесь стали намного сильнее, у них больше анимации и, ну, собственно, мощнее они стали. Вот так вот их. Да, в плане того, что у них, точнее, у Power Rangers нет никаких сил, они могут драться и неплохо так прыгать. Время! О, фак! Fucking shit! Чуваки, я время потерял. А, я вспомнил. Здесь я тоже время терял. Последний раз, когда играл, я
Как я это вспомнил, спустя уж... Аж уже почти практически 5 лет. Че там? Почему 5? Ну что, скоро 2014, мать его, год. А, нет, ничего ломать не надо, оказывается. Вот, собственно, где я был. Можно еще сюда зайти. Но я не хочу этого делать. Реально, чуваки, не хочу. Что... Так уровень, точнее, так время пройдет еще дольше. И так далее. Вот знаете, чего я не понимаю? Почему они начали ходить по этим скалам? Знаете, я не слежу за сюжетом в этой игре. Ух ты, ё-моё, я стал раздавать, как сильно! Во, босс пришел. Здорово. Да, тут придется попотеть. Голдар. Болдар, блин. Гондан. Гондон. Урод. А, с ними несколько раз придется драться, я вспомнил. Вроде бы. Та-ра-та-та. Вау! Черт возьми! Сюда, урод. Перфект. Давай на поле. Все, хватит. Я ненавижу этого придурка. Черт. Еще роботами надо с ним драться. Опять время! Дохни! Дохни! А, все, он улетел. На-на-на-на-на-на. Все, сейчас я прикончу этих рейнджеров. Расти-расти! Снова эта же хрень. Убираем нашего. Еще одного такого рейнджера, блин. Да. Че, давай. Сразимся. Давно я ждал этой встречи. Черт возьми, давай же! Настоящий дурак, никаких пулей своих. Но сейчас мы его заводим.
Да, хоть что-то его успокоит. Ну хотя эти все удары и мне наносят урон, но плевать. Улетел снова. Прекрасно, и у меня хотя бы время как осталось. Господи, четвертый этап пройден. Ну, в общем, кто узнал, что Синий Рейнджер это Билли или кто там? В общем, они куда-то в другую страну поехали, что ли? Чё там, это как? Это опять. Здесь будет, я хрен знает, пойми опять что. Но будем играть за Жёлтого Рейнджера. О! Во, самый мой любимый этап. Здесь надо только что и делать, чтобы бежать. А, кстати, меня удивило, что у этого рейнджера Сая. В принципе, я не помню, драться с этим придурком или нет. Да, драться. В общем, они приехали в какую-то локацию, где все взрывается нафиг. Блин, зря я выбрал этого рейнджера, он ни хрена драться не умеет. Это ж баба. Yeah! Чё ты-то? Морткия! Ну всё, сейчас будет. Почти игру прошли, чуваки. Вроде бы этапов всего 10. Я помню. Здесь смысл того, чтобы тупо пробежать весь уровень и все. Нет, тут все взрывается. Давайте, я хочу с тобой сразиться, урод. Летающий болван. Вот в этом преимущество этого перса, то что он летающий. Да, меня сейчас убьет, блин. А, ты меня выбил, чувак. Золотое! Тварь! Время опять из-за него закончилось. Ну, в общем, плохое сегодня прохождение вышло. Ну, ничего. Давай, давай, сюда. Давайте розовым поиграем. Он получил урон, и я. Было весело. Все, он улетел. Теперь, собственно, что только и делать надо, это бежать. И убивать этих придурков. Ну а после вот этого, мне кажется, как я помню, их самих будут убивать сейчас. Блин. Вау, этой бабы лук.
Да, сейчас меня тоже будут колдовать взрывами. Давай, бога, пока не исчезла эта хрень. Да, хорошо, что там второй выскакивает отсюда. Прекрасно. Да. Блин, ну реально смешно получается. Ща, наверное, лучше будет. Блин, хрень. Дайте мне уничтожить статую. А, нет, все окей. Это опять пройден. У-ху, круто. Ну, в общем, Power Rangers вместе с Белым Рейнджером справились с какой-либо работой. Эту заставочку я помню. И босс. Вернулся. Этап 6 или какой там. Ладно, сегодня выберу. Нет, сейчас выберу птицу. Не буду смотреть. Да ты совсем охренел что ли, а? Тупой ты баран. Да, сейчас мы справимся с этой. Не знаю, что это. А, это этот. Не муха, а как? Хрень. Пчела, вот, с пчелой справимся. Птица же справится с пчелой. Но хотя... Пчела-то мне... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ребят. Справиться-то с этим только робот. И она улетела. Стоп, подождите. Стоп, подождите. Игре всего 6 этапов? Или 7? Концовка, ребят, концовка! Нужно завалить от этого придурочного в космосе. Ну давай же. А, я не помню, это концовка или... Блин, чуваки, я не помню концовки. Вроде это и есть концовка, или сейчас будет еще один босс в форме еще кого-то там. Да, блин, хватит. Да, саундтрек! Черт, у него больше жизни. Он меня убил. Вот, вот это да, ребят. Я уже теряю целый континью. И он мне, посмотрите, уже половину практически снял. Нифига себе.
немножко осталось. Да блин! Да вы шутите! Опять улетел куда-то, да? Я не понял, ребят, что за этап 6 пройден? Блин, чуваки! Десятка лучших. Что? Стоп, а где зеленый рейнджер? Тут вместо зеленого был черный рейнджер. И наоборот. Ну, в общем, я на первом месте по рейтингу. Ну, что дальше-то мне нажимать? Что нажимать-то, ребят? Да, все. А, ну, в общем, вот такая вот концовка. Собственно, вот это вот... роботы летают по космосу. Дерутся. Ну и понятно, кто победит. Собственно, ниндзя этот. Ниндзя Гайден сраный. Победил. И отвоевал свое королевство, блин. О чем это я, блин? Ладно. В общем, игра пройдена. А, не, может быть, это такая расцветка, там был синий. Мне это как бы все равно. Ну, в общем, собственно, вот эти вот рейнджеры, блин, празднуют победу. Собственно, понятно, кто есть кто. Самый лево красный, самый право черный. А что такое? Ну, что сказать об этой игре. Просто замечательная игра. Достойна своего прохождения. Я уже, наверное, пятый раз ее прохожу. Ладно. Всем пока. С вами был Арти Триман. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Пока. И всем спасибо за просрочку. За просрочку. За просмотр. Дальше, собственно, титры, разработчики игры, могучие рейнджеры, мутанты кино, для платформы Sega. Это круто. И так далее. Дальше список разработчиков и так далее. Все, ребят. Всем пока!